Здравствуйте, меня зовут Юрий Рыбаков, и я сейчас оставлю вам послание в будущее о том, как лучше поставить центр по развитию морского каякинга в Жигулевской кругосветке в Самаре. Должен располагаться он вот здесь. Сейчас, говорят, есть уже проект на застройку Вилонского спуска и дна, то есть набережная будет соединена с ЦСКА ВВС. И вот почему нам надо вкрячиться сюда, почему здесь именно должен центр по развитию морского каякинга находиться, а не где-то в другом месте. Это самая лучшая точка стратегическая для того, чтобы развивать как раз морской каякинг. И здесь у нас открываются несколько сразу маршрутов одинакового размера. То есть вот вокруг Прорана у нас маршрутик. Вокруг Рождественского у нас Рострова маршрутик. По Недышвина протоки у нас маршрутик. Вот так выглядит. Вот. Еще у нас есть, где остров Коровий, вот в Татьянку можно нырнуть и вот так пройти. Все это рабочая схема, все это работает. Кто-то может уплыть дальше, кто-то может сплавать сюда, на озеро Большое Островное, вокруг острова проплыть и обратно вернуться. Вот. И это очень важно, потому что видите, что у меня получается, что с этой точки у нас одинаковое количество километраж, практически все маршруты с этой точки контролируются. Вот так у нас еще маршрут есть. Вот здесь у нас еще маршрут есть на озеро Круглое. Вот это озеро Круглое. Весной у нас открывается вот такой маршрут. И еще весной у нас открывается Амазонка вот здесь. Вот так вот. И вот так вот. То есть вот они маршрут все на каяках. Это для новичков. Не для тех, кто уже готов в Жигулевскую кругосветку идти, а для тех, кто вот любит поплавать один день и потренироваться, как-то созерцать природу. Поэтому нам очень важно располагаться где-то вот здесь. Край – это ладья. То есть ладья, на конечности ладьи, вот здесь еще можно попробовать поставить прокат. То есть вот эта зона нам очень важна, вот отсюда до сюда. И нам надо как-то поставить его стационарно. Вопрос, как донести это до правительства Самарской области, я не понимаю, потому что они все там тугодумы, практически никто не понимает, что я хочу развить. А я хочу развить масштабы большие. То есть это у нас Жигулевская кругосветка. Вот она. Представляете, вот это все можно развить. Эх. Будем пытаться донести.